бабушки. Мы прилетели в Анталию, а тут оказывается такая интересная флора. Вон деревья с красными какими-то шариками распустились или уже отцвели. Или наоборот, что-то такое вот интересное. Как красиво! Вон Танюха уже ищет наш автобус. А ты молодец. Все умнички долетели. Хорошо, сейчас едем в отель. Сегодня 4 отеля, и до первого отеля ехать около 30 минут, может даже раньше приедем. Вот второй отель тоже недалеко находится от друг друга. В общем, так скажу, между отелями 5-10 минут. Я думаю, за час до последнего отеля доедем. Отель Magic Life Waterworld, позабавил вас, последний отель. Хорошо, уважаемые гости, пока будем в пути, я вкратце познакомлю вас с этой удивительной страной, которая каждый раз хочется возвращаться, и дам всю необходимую информацию до встречи с нашим представителем регистрации. Касаемо вашей страховки, вы знаете, что в ваш турпакет входит медицинская страховка. Кто не читал свою страховку? Молодцы, я тоже не читал его, надеюсь, что вам не понадобится его использовать. Но опять же, если возникнет такая необходимость, то более подробную информацию о том, что входит в ваши страховки, какие случаи являются страховыми и как воспользоваться именно экстренным случаем вашей страховки, вам подскажет ваш отельный гид. Насчет вашего обратного вылета, уважаемые гости, у вас чартерные рейсы и время вылета может в любой момент измениться, как это случилось сегодня, да? Насколько задержался самолет? На 10 часов. На полдня? Ну, у меня по программе он должен был сесть в 16.35, сел в 16.50. Ну, уважаемые гости, это маленькая задержка, но бывают большие задержки до 8 часов. Вот, поэтому, чтобы проблем у вас с обратным вылетом не возникло, если хотите, подробнее могу рассказать об этих экскурсиях. Каппадокию рассказать? Да. Уважаемые гости, смотрите, Каппадокия это... волшебный край земли, который образовался именно в Турции аж 3 миллиона лет тому назад в результате извержения вулкана. Посмотрите, в ваших брошюрах есть картина этого места. Просто словами не передать, а предоставить вам полную информацию о цене и дате проведения экскурсии. Мы подъезжаем к первому отелю. Пожалуйста, при выходе не забудьте свои вещи. Время информационной встречи также не забывайте. И за быструю комфортную езду... конечно же, не забудьте нашего водителя оставить чаевые, так как в Турции за предоставленный сервис принято оставлять чаевые, поэтому по желанию можете оставить чаевые и нашим водителю. Всем желаю приятного отдыха и шоколадного загара. А чтобы шоколадный был загар, нужно сходить первым. Сегодня 8 июня. Мы только приехали на... в общем, в Турцию мы приехали. И вот, в общем, смотрите, какие-то тучи у нас. И даже громыхает. И мы, тут гроза уже начинается, всякое такое вот. А тут патиссерия наверху на душках. А, это патиссерий? Классно. Да. Вот, мы тут уже побывали. Надеюсь, меня слышно. Мини-диско. 21.30, competition, джентльмен. Нам Танюша звонит.